несколько дней. Ваша фамилия немножко звучит не в том тоне, в котором звучала после чемпионата мира. В частности, известный журналист Василий Уткин записал как несколько видео, которые широко расходятся. То есть мы не можем говорить о том, что это частная проблема. О том, что якобы вы и ваш представитель Алан Угузаров каким-то образом заинтересованы в подписании молодых футболистов. В частности, как он говорит, вы можете предлагать им место в сборной или еще что-то подобное, или место в каком-то клубе, или какие-то привилегии, учитывая, что вы тренер сборной. В этой ситуации мы считаем логичным задать вам вопрос и ждем от вас хоть какой-то реакции, потому что такой журналист, как Василий Уткин, и личность, его мнение распространяется очень широко по стране. Ну, во-первых, я об этом реально не знаю, потому что я только заголовки себе читаю. Ну, что я могу ответить? Уже 2,5 года пишут и пишут. Ну, пускай дальше пишут. Вот когда я прочитаю, тогда я спокойно отвечу. Все лично делаю. Вы не читали, не смотрели? Не читал, не смотрел. Спасибо. Оставим.